отвратительно. Они сейчас скоро выборы, они работают на показуху. А так отвратительно. Я сужу по своему дому. У нас ветки лежат на крыше. Крыша уничтожается. Она не сегодня, завтра рухнет нам на голову. Но ничего нельзя добиться. Ничего. Куда ни идешь, об закрытую дверь. Бьешься головой об стенку и все. Приходишь в ЖЭК, он делает вид, что он тебя просто не знает. Я бы, например, это взгляд мой, вот людей до определенного возраста, как допускают на пенсию, да, так бы я и политиков отправляла в определенном возрасте. Все, идите и отдыхайте. Я за то, чтобы бразды правления перешли в руки молодых. Вот. А старики занимали то место, которое им подобает. Даже тоже ЖКХ, да, такая проблема. Отдайте тем, кто политикам, которые идут на пенсию, чтобы они этим тешились и решали эти проблемы. Пусть они посмотрят, выйдут на улицу, внимательно посмотрят на наш прекрасный город. В каком он состоянии. Вот рядышком, да, на торговую далеко ходить не надо. И так множество-множество домов на множестве-множестве улиц. Почти во всех районах. Да, очень хочется, чтобы привели город в порядок. И чтобы вообще меньше воровали. Нужно его немножко в порядок привести. Сети починить, водопровода, канализации. Деревья подрезать, чтобы ветки на голову не падали. Хотелось бы, чтобы город был красавец. А как в целом оцениваете работу местных властей? Мусим тут ще працювати і працювати, і працювати на відновлення довіри. Посмотрим, хто буде видвигатися осінню, і будемо дуже тщательно вибирати. Очень.